Приветствую! В этом видео Алене Косторной вынесли вполне справедливый приговор. Итак, к новости. Вокруг возвращения Алены Косторной в Хрустальный продолжают кипеть страсти. Все больше зрителей интересует не выступление спортсменки, а интриги в кулуарах. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал эту историю фигурно-катательной Санта-Барбарой и рассказал, что сам был в такой же ситуации, но у него получилось, хотя спортсмену также говорили, что он совершает ошибку. Напомню, что в свое время Ягудин ушел от Алексея Николаевича Мишина к Татьяне Анатольевне Тарасовой, и его звезда зажглась с новой силой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова вовсе отказалась комментировать ситуацию вокруг Алены Косторной. Наталья Бестемьянова, напротив, назвала счастьем тот факт, что Этери Тутберидзе согласилась принять обратно свою подопечную. Правда, делать преждевременные перспективы их сотрудничества рано, но если тренер так решила, значит что-то видит. Особо интересны и важны слова первого наставника Алены Косторной Марины Черкасовой. Она заявила, что решение Алены вернуться правильное, а что до ранних оскорблений она списала это на все тот же пубертат. Довольно категоричным оказался тренер и бывший фигурист Александр Жулин. По его словам, если Алена Косторная не сможет восстановиться и показывать свое лучшее катание у Тутберидзе, то это значит лишь одно – спортсменка не закатается больше нигде, соответственно, поезд ушел. Ведь Этери Георгиевна уже зарекомендовала себя как лучший тренер в женском одиночном фигурном катании за последние 6 лет, и с этим пока вряд ли кто-то поспорит.